Мех. Человеческие испытания. Я всегда хотел быть кем-то. Кем-то, кого люди запомнят. И я нашел выход. Он убивал меня. Мои друзья и семья все ушли. Они не поняли. Говорили мне повседневную чепуху. Один раз попробовав, пути назад не будет. Это единственный способ достать его. Они зовут его диллером. Ни имени, ни номера. Только время и место. Никому не добраться до него. Он найдет тебя сам. Они говорят, что он наблюдает за тобой. Смотрит, подходишь ли ты, точно ли достоин. Представляешь? Они называют его Мех. Диллер сказал, учитывая, сколько я уже принял, я должен был умереть уже очень давно. Но я перешел грань. Чем больше использую, тем больше он меняет меня. Я ощущал себя ярче, чем саму жизнь. Лучше. Сильнее. Зачем мне останавливаться? Но затем я что-то почувствовал. Растущее внутри меня. Вот когда я заметил. Он сказал мне: не волнуйся. Это просто маленький побочный эффект. Но он распространялся и не останавливался. Это не то, чего я хотел. Я не знаю, затуманил ли мех мой разум. Но клянусь, за мной следят. Последним, что он сказал мне: они знают, что ты за гранью. Берегись. Они придут за тобой. И 2 недели спустя диллер исчез. Теперь оно не перестает расти. Чем я становлюсь? Когда это закончится? Диллер был единственной нитью. Он знал, кто делал мех. Я должен был найти его, пока я не исчез полностью. Я вижу, ты перешел черту. Ты не единственный.